трагедия в Краснодарском крае. Семеро детей в возрасте от года до 10 лет погибли в результате пожара в частном доме в станице Холмской. Пламя бушевало на площади 60 квадратных метров. Более 50 спасателей и 20 единиц техники тушили огонь в течение часа. Все погибшие были обнаружены уже на пепелище. Как удалось установить, это пятеро детей хозяев дома, еще двое, приехавшие к ним в гости накануне. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Где в этот момент находились взрослые, пока неизвестно. Очевидцы, обнаружив возгорание, вызвали пожарных и скорую. При этом вытащить из огня детей пытался родственник семьи. Он получил ожоги. Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают следователи. Возбуждено уголовное дело.